Тайсон. Привет. А. Тайсон. Сейчас будем жарить, да, Кирилл? Шашлындол сейчас будем жарить. Что, вот это что в прошлый раз? Где? Чем? Солнышко так-то, но вообще солнышко. Жара. Ага. Вот это. Короче, вчера не удался у нас день. Хотели отметить, шашлычки пожарить. Будем сегодня жарить. Надо говорила. Да, говорила? Разве? Ну, короче, сегодня будем шашлык жарить. Прям так классно на улице. Минут, наверное, 30 назад дождь лил. Нам нужно совсем снять. Нет, не надо снимать. Но все равно прохладно. Тепло же. Кирилл, отойди. Отжрет, как всегда, все подряд. Траву, что ли, ест? Или что он там? Он камни жрет. А нет, он не камни. Кирилл, расстегнуть можно? Вот такое место у нас здесь. Рядом с домом, где можно шашлычок пожарить. Почему тогда мам Кристина? Да, Крестюкашкин. Крестюкан. А. Почему тогда Кристина сняла? Ну, потому что у нее там три кофты внутри. Крестюкан. А сейчас жарко. Нет. Пап. Тайсон. Папуля у нас чистит машину. Да? А мам шашлыки сейчас жарит. Мотоцикл. Нет. Мотоцикл. Да, мотоцикл. Криська бочонки сырные ест. Ну хватит. Да? Сырные бочонки? А, нет, ты орешки ешь. Мукбанка от Кристины. Спасибо. Папуль, ты насаживаешь шашлык, да? Нет. Ну, сладкий. Ай. А. Кристина, давай таскай мне. Кого? Таскай. Без что? Без куртки мерзнуть? Да пусть Толь снимет. Замерзнет не наша проблема. Снимай. Снимай. Мерзни. Ну, не будешь, посмотрим. Заболеешь, все. Все. Собака уже тут. Сейчас поджарится на мангале. Убери его отсюда. Кристин, убери его. Поводок немножко подцепи. Шашлычочек. Вот только недавно давай. Недавно только купили. И при Лёше намариновали его. Я не знаю, там с минералкой, еще с чем-то. Сказали, через полчаса уже можно жарить. Дайте мне эту хуёвину, эту. Да. А, хотя махалку зачем мне? А мы воду не брали, да? Короче, воду мы забыли. Мама, у него теперь дистанция есть, смотри. Ага, вижу. Довольная моська. Кирилл. Угу. Довольна? Угу. Мой скейтборд. Ну, все как всегда. Да. Света шашлычник. О. Забирай этот парень. Уже подрумянивается все. Воду забыли. Это Маруся. У нас все подгорает, короче. Ой. Не похожи. Похожи они. Морда не такая. Не такая? Это хвост похожий. Да? С крючком? И нож пятачком? Как у Кристинки. Или как у Кирилла? Пятачок, пятачок. Как у мамы. Ну, аромат, конечно, не передать. Вообще не передать через камеру. А. Лёш, смотри. Он хочет сам себя снять. Тайсон!
Вкуснотень. Вот такой вот шашлантос у нас получился. Ароматный. Подожди, Тайсон. Подожди. На. Не жует. Сейчас только было солнышко. Так хорошо было. Посмотрите, какие тучи пошли. Чернота ужасная. Вообще ужас. А, вон радуга. Радуга, радуга, дуга. Вон шашлычка вот осталась. Поджарить и все. Остатки. А, еще у нас шампиньоны будут. Да, Христикан? Чай пьем. Папуль. Все, дождик пошел. Тайсон, этот утиль сегодня будет. Будем мыть. Все, дождик. Сквозь солнышко дождик идет. Костюкан. Мукбанг. Да? Жуй давай. Смотри, как дождик идет прям. На твоем фоне прям, мне кажется, видно, нет? У нас после дождя две радуги. Смотрите, какая красота. Вообще. А, классно. А это мы здесь. Наш домик. И дети где-то там бегают. На ней. Вон они бегут. Хулиганы. Не, ну радуга вообще классная. Все, грибочки сейчас будем жарить. О, ветер поднялся. Папуль насаживает. Да, папусь? Да. О. Этот, как его называют? Как можно назвать, Леша? Снег? Как будто снег, смотри, летит. Из пепла. Снег из пепла. Три шампура? Даже, да, 2,5 получилось. Просто эти шампиньончики с солью. А я люблю шампиньоны, маринованные в соевом соусе. Конечно, не, жар есть. Жар нормальный. Посмотрите, какое классное облако прямо на фоне тучи. Вообще красота. Природа, блин, такая. Вон тоже облачка. Под тучами как-то. Интересно, да? Смотреть просто. Все, мы собираемся. Уже на улице холодно, вообще холодно, да, Кристикан? Все замерзли. Кирилка тоже замерз, да, Кирюш? Он с чаем у нас. Тайсушечка у нас тоже замерз. Хлебушком. Папуля хлебом его хочет накормить. Жареным, а никто не хочет. Хочет мясо все. Хотят все мясо. Все, пока-пока.